Здравствуйте. Вот у меня сегодня очередное металлическое богатство. Покажу вам всякие такие технические вещички, что я купила. По своему опыту знаю, что они пригодятся. И немножко таких интересных вещей, фурнитуры. Ну, начнем с технических вещей. Я купила жемчужинки с одной дырочкой. И встал вопрос, как их закрепить. И вот я нашла вот такие маленькие крючочки, петелечки. На, видите, вот у них есть резьба. Можно вкрутить такие вот штучки прямо в бусинку. Особенно если бусинка маленькая, вот эти петелечки, они маленькие. А если бусинка чуть побольше, можно просто налить клей и туда их вклеить. Они должны хорошо держаться. Вот они всех цветов. Тут и темные, и красная медь, и золото двух оттенков, бронза, вот серебро, иродиум. В общем, всех-всех цветов есть. Красивая петелька. Вот такие вот. В упаковке их идет 200 штук, так что хватит на всю жизнь, наверное. Следующие, опять же, петельки. Купила теперь вот такие 4-миллиметровые петельки, уже вот как шапочки. Они со штырьком, но у них все попроще. У них все попроще. Здесь нет резьбы. Их тоже надо вклеивать. И они даже, я вам скажу, похуже выглядят, чем петельки вот эти с резьбой. Правда, эти без шапочек, можно на них шапочки одевать, а вот эти уже с шапочками, но тоже ничего. Цветов у них поменьше. Вот у них есть светлое золото, желтое золото, черные, правда, тут есть, чего там нет, и серебро. Родиум и светлое серебро я не вижу. Отделение. Ну, вот восьмерки я вам показывала в украшении радостной, как я ими пользуюсь. И я вижу, что Александра Ивановна ими сейчас очень активно стала пользоваться. Очень интересные вот эти вот элементы, которые помогают очень часто закреплять хорошие вещи. Здесь есть бронза, вот такая красная медь, золото, серебро, родиум, в общем, тоже всех цветов практически есть. Светлое золото я вижу, но больше всего серебра вот в этом миксе. Если хотите, можно купить, конечно, отдельные цвета, и есть там два размера. Есть размер 8×4 и есть побольше. Ну вот я взяла 8×4 попробовать их, как они будут. И, скорее всего, их надо покрывать сапан-лаком, потому что я не думаю, что это фурнитура дорогая и хорошего качества. Теперь тоже вот столкнулась с тем, что я делаю многорядные украшения, а у меня нет распределителей. Вот я купила самые максимально длинные. Их можно разрезать на кусочки и пользоваться кусочком только от этого распределителя. Они и для браслетов хороши, и для всего. Есть тут тоже в серебре, золото двух цветов, ну и все. Вот такие распределители. Нет, мне кажется, вот этот родиум, а вот это светлое серебро. Насколько я вижу, может, я ошибаюсь, оно все отсвечивает. Немножко тяжело увидеть. Так. Вот такие вот колечки, звездочки, разъемные. Тоже, вот насколько я вижу, их 4 цвета. Вот немножко родиум, светлое серебро, такое желтое золото и розовое золото. В упаковке этих звездочек, сейчас вам скажу, сколько у меня написано, но я их 50 штук. Стоят они относительно дешево, да их и не надо много, поэтому достаточно. Шапочки красной меди, маленькие. У меня были красной меди очень большие, а тут мне захотелось маленькие, вот такие вот малюсенькие шапочки. 6×2 я заказала.
для маленьких бусин, да, не на большие бусины подходит. Иногда не хочется, чтобы было видно, а вот такая маленькая шапочка как раз дырочку закрывает хорошо. 100 штук в упаковке. Бейлики. Очень красивые, они как проставочные бусины, выглядят только вот с петелькой. Что хорошо, петелька, вот видите, она вдоль линии бус, что бывает редко. Это хорошо, потому что тогда цепляешь сюда, вот не надо придумывать, как зацепить колечко. Оно цепляется как-то так и правильно сразу. Такие красивые бейлики бронзовые. Подентичное такое вот. И вот такие вот подвесочки, распределители для брошек я их купила. Хорошего качества. Они, можно сказать, что двусторонние. Есть одна сторона чуть-чуть получше, чем другая, но в принципе они двусторонние. Такое светлое золото. Есть такие в серебре, я видела. В других цветах я не видела. В бронзе я не видела таких. Вот, это такие технические вещички. Мы их уберем. И начнем теперь с более интересных вещей. Вот такие распределители я купила. Очень хорошего качества. Я ими очень довольна. Они красивые, тяжелые. Проработка у них шикарная. Правда, они односторонние. Вот видите, со второй стороны нет ничего. Но они очень красивые. Бронзовых 2 штуки в упаковке, а вот таких в серебряном цвете 3. Не знаю, чем это, с чем это связано. Причем по цене, сейчас я вам скажу. Это стоит $29.2, а это $99.3. В общем, получается, что эти выгоднее, но эти красивее. Мне больше нравятся бронзовые. У серебряных я бы хотела, конечно, с чернением такие найти, но, к сожалению, нет. Вот бронзовые, они такие более солидные, мне они больше нравятся. Ну, что есть, как говорится. Так, купила вот такого вот ацтека. Я делаю много украшений из дешевых бусин, да, из бисера. И вот мне кажется, что вот именно украшения с бисером, они как-то вот связаны вот с культурой индейцев. И захотелось мне подвесить на украшение вот таких индейцев. Их всего 2 штуки в упаковке, таких подвесочек. 58 на 35. В общем, солидная такая, такой размер этого индейца. Я делаю ловец снов тоже. Вот я думала, вот здесь у него петелька, но нет. Тут петельки нет, есть, не пойму. Сейчас давайте проверим, есть ли тут петелька. Сейчас. Нет, нет, только впечатление, что есть, нету петельки здесь, а жалко. Хотя можно просверлить, знаете, и тогда сделать вот здесь еще что-то, потому что прям дырочка просится на петельку. Подвесить его и сюда, например, перышко. Будет красиво. Такая будет вот подвеска. Индеец. Вот еще подвесочки. Их 5 штук в упаковке. Она подвеска, у нее нет выхода на второе, на второй выход как бы, один только. Но я посмотрела, вот здесь есть вот у нее отверстие. И в это отверстие можно вставить пин-шарик и вот здесь сделать сзади петельку. То есть подвесить тут и сзади на петельку. И тогда можно сделать как переходничок в украшение его. Браслет, куда угодно. Такое вот симпатичное. Веточка. Сейчас у меня растительная тема пошла. Вот таких веточек 6 штук. Вот это, да, веточка, переходничок. Видно, вот здесь петелька и вот здесь сзади у нее петелька есть. Вот она, так что можно зацепиться за 2. Видите, какая она интересная. У нее одни листики как бы полые, одни полные. Вот такая веточка. Теперь вот куча веточек. Веточки меня не оставляют. Почему я их купила? Я купила микс. Мне не хотелось много веток одного цвета. А мне понравились очень вот такие цвета родиума и красной меди, что редко встречается. И не хотела я их по 10 штук. Они мне не нужны в таком количестве. И поэтому я купила микс. Микс вот. Каждого цвета по 2.
я вам здесь все цвета показываю. Правда, золото я бы, конечно, хотела черненое. Ну, вот что есть: бронза, золото такое желтое, светлое серебро, красная медь и родиум. Красивые ветки. Тоже у них две петли. Даже три петельки, вот. А, нет, 4, 5, смотрите, 6, 7. Ой, сейчас посчитаем как следует. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек у этой веточки несчастной. В общем, ее можно цеплять как хотите. Тут у нее вот 4 снизу, 4 сверху. Можно вот так многорядное какое-то из него сделать украшение. Можно вот так просто пропустить. Так пропустить и тут повесить. Вот так, скорее всего. Вот отсюда сюда пропустить. И вот здесь повесить вот всякие еще весюлечки. В общем, веточки для брошек покупаю. Вот эти я тоже купила для брошек. Подвески. Но можно из нее красивую кисть даже сделать. Здесь она вот так вешается. Но это если отрезать и зацепиться вот сюда за два края. Или вот сюда вот за два края тоже может быть. И, естественно, вот здесь у нее может висеть много-много-много всяких висюлек. Такие красивые подвески. Сзади они никакие. Но у них красивый вид такой. Их тут в упаковке 10 штук. 3,8 на 4 размер. Лето прошло, а я нашла вот такие красивые кораллы с эмалью. Смотрите, какая красота. Все равно купила их, будет еще лето у нас, лето, но они 6 штук их в упаковке, вот такие, видите, вот как подвесочка может быть. Так как я вышила кристалл, я могу вот еще куда-то такой кристалл, а здесь вот что-то сделать, там ракушку. В общем, красивые очень кристаллы, только в золотом они цвете есть, и красная эмаль, так густо наложена красная эмаль на них. У нас Новый год и гранат, один из его символов. И вот я купила вот такие гранаты, они плоские. Мне казалось как-то на картинке, что они получше будут. Они плоские, но они больше подходят для ключей. Наверное, сделаю что-то для ключей подружкам. Подарю или вот такие они. Их здесь в упаковке 4 штуки. Слишком плоские на мой вкус. Ну, кому как. А вот эти гранаты мне очень понравились. Такая подвеска, их всего 2 штуки в упаковке. Вот они красиво и богато смотрятся. Сюда еще вот 2 листика и все. И больше ничего им не надо. Даже с гранатовым каким-то ожерельем они могут очень хорошо смотреться. 35 на 42 миллиметра. Вот красивые такие арт-дековские штучки с эмалью. Есть разные цвета и есть разные виды. Мне понравился вот этот. Вот у него здесь вот 2 как бы официальные зацепки, что можно зацепиться. Ну, тут вниз можно спустить много чего. Можно зацепиться сюда. Но вот здесь как бы вот тут вот эти петельки, они для крепления, насколько я понимаю. Красивые такие штучки. Их 5 штук в упаковке. Много. Стоят они, ну, для 5 штук не очень дорого. 3,8 доллара. Но они очень красивые. И эмаль очень красивая. В общем, мне они очень понравились. Там есть несколько расцветок еще. Так что посмотрите. И последнее на сегодня. Филигрань. Я заказывала золотую филигрань и серебряную. А вот когда я решила заказать бронзовую, потому что это как основа для броши и всякие элементы, которые можно разрезать и пользоваться ими. И они пишут в рандомальном порядке. Поэтому, чтобы исключить какие-то пропуски в интересных формах, я заказала 2 комплекта. И правильно сделала, потому что они пришли, в общем-то, совершенно разные. Единственное, что вот у них вот
вот эти вот две штуки одинаковые. Вот эти вот два диска одинаковых, а все остальное, можно сказать, разное. Вот видите, какие у них тут всякие интересные формы. Ну, они и в золоте вот у меня попадались такие формы, цветочки всякие. Вот здесь очень красивые вот такие вот уголочки. Есть вот красивые вот такие вот и штучки. Вот такая большая. Такой большой элемент. Это может быть подвеской. Ну, как филигрань, она режется. Поэтому надо ее все-таки, наверное, на фетр пришивать. Вот такая бабочка. Неплохая. И всякие вот тут всякие цветочки. Цветочки, кружочки. И вот это уже была. Здесь цветочки. А теперь смотрите, а вот второй пакет. А во втором пакете интереснее даже вещички. Есть тут сердечная тема больше затронута. Тут аж целых 3 сердца, но красивых. Тоже их можно пришить как основу и на них вышивать сердечки. Вот они одинаковые все. Видите, разные наборы, поэтому надо полагаться на волю случая. Хотите сердечки, не получите их сразу. Ну, вот здесь вот такие элементики, опять же, они есть уже там. И такой вроде есть уже, да. Да, видите, есть такие, что встречаются в любом миксе. Ну, цветочки, естественно. Вот здесь попался листик такой ажурный, красивый. Там не было. Вот такая вот штучка красивая, рамочка попалась. Тоже можно кабошон вшить сюда. И уже красиво обшитый даже кабошон. Какой-то поменьше такую капельку. И вот красивое такое обрамление есть. Опять бабочка такая же. Да, такая же бабочка. Что еще тут есть? Вот такой цветочек я там не видела. Она больше на снежинку, этот цветочек похож. Уголочки. Вот такая рамочка. Очень красивая. Вообще. Здесь сюда можно кабошончик тоже вклеить. И вот видите, как она сделана. И даже подвеска может получиться. Но я думаю, что все равно на фетр надо их всех. Вот такая. На фетр их надо всех ставить. Они острые. Острые эти штучки. Вот такая рамочка есть еще. Вот еще один листик мне попался. Вот такой тонкий один элементик. В общем, вот такие красивые вещички в двух наборах. Видите, в одном мне бы не попалось ни сердца, они вот много таких вот крупных элементов для обшивки. Ну и все на сегодня. Счастливо! Интересных находок. И вдохновение для новых украшений. Я всегда с удовольствием смотрю, что вы делаете, и стараюсь как-то отреагировать на все видео.